Август – это финальный месяц года, и важно взять от него максимум. Например, научиться чему-нибудь полезному, сделать массу солнечных снимков и открыть в себе новые возможности. Но с чего начать, мы вам подскажем. В эфире телегид «Покупатель всегда прав», и я его ведущая Лидия Шилаева. И в этом выпуске мы узнаем о том, как восстановить здоровье, где научиться управлять автомобилем и что делать для того, чтобы покорять окружающих своей белоснежной улыбкой. Когда подводит здоровье, то и лето уже не радует. Мы посетили саровские аптеки, чтобы узнать все об уникальном приборе, который позволяет бороться с десятками болезней. Болезни опорно-двигательного аппарата, межпозвонковая грыжа, остеохондроз, артрит, артроз, сосудистые заболевания, травмы, гипертония и венозная болезнь. Список заболеваний, при которых может помочь аппарат Алмак-01, достаточно широк. Действие прибора на себе уже испытали сотни тысяч человек по всей стране. А производится этот уникальный аппарат магнитотерапии у нас, в России. Вот уже почти 40 лет компания «Еламед» осуществляет полный цикл работ от идеи до серийного выпуска изделий. Так что «Алмак» – это исключительно отечественная разработка. Это не импортная подделка, и за качество своих приборов мы отвечаем. На производстве каждый аппарат тестируется, излучает он магнитное поле или нет. Именно на импульсном бегущем магнитном поле и основано действие прибора. За счет его воздействия происходит восстановление и ускорение обменных и иммунных процессов на внутриклеточном уровне. Алмак-01 оказывает противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее и седативное действие. Он действует на все. У него глубина проникновения магнитного поля 8 сантиметров. За счет этого он как бы может и на кожу действовать, и на суставы, и на органы. То есть для каждого заболевания просто курс лечения немножко разный. Прибор «Алмак-01» используют врачи в физиокабинетах, но он настолько прост в обращении, что все процедуры с ним легко проводить дома. С этим справится абсолютно каждый. 4 катушки индикатора соединены между собой. Их достаточно включить в сеть и разместить на теле. Самое главное – соблюдать схему лечения, которая прописана в инструкции, и повторять процедуру 3-4 раза в год. То есть это позволит вам снизить затраты на лекарственные средства, потому что он усиливает эффект как и таблетки, так и мазей. То есть, если вы наносите на кожу мазь, нужно подождать какое-то время, нанести сверху салфетку и потом наложить сверху алмак. Эффект усиливается в несколько раз. Все схемы лечения подробно и доступно описаны в инструкции. Просто следуйте рекомендациям. Важно, Алмак-01 нужно использовать 20-дневными курсами, повторяя их 3-4 раза в год. При хронических заболеваниях, таких как, например, деформирующий коксартроз, на помощь придет прибор Алмак-02. Глубина проникновения магнитного поля у него в 2 раза больше – 16 сантиметров. И он уже в таких хронических заболеваниях помогает, как деформирующий коксартроз, потому что он лечится достаточно очень сложно. И это помогает людям сохранить подвижность суставов, то есть снять боль, воспаление и жить дальше без боли. И не давать коксартрозу прогрессировать. Только при точном соблюдении инструкции вы можете рассчитывать на положительный результат при использовании приборов Алмак-01 и Алмак-02. У аппаратов есть противопоказания, поэтому перед их применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом. На приборы действует гарантия. Приобрести Алмак-01 можно в аптеках Сарова. Алмак-02 в аптеке номер 5 на Юности 18. Сложно переоценить возможности, которые открывает перед нами умение управлять автомобилем. Когда у тебя есть водительское удостоверение, ты можешь сесть за руль и поехать на работу, на природу, в соседний город или вовсе путешествовать по стране. Права – это мобильность. А мобильность сегодня – это важнейшая характеристика современного человека. Ну а чтобы вождение при этом приносило удовольствие, нужно, чтобы вас правильно научили. Автошкола ДСАФ обучает вождению уже более 60 лет. Цифра говорит сама за себя. За десятилетия работы школой накоплен колоссальный опыт преподавания вождению. Ее директор Александр Зудин, прежде чем возглавить автошколу, много лет работал инструктором по вождению, поэтому знает все тонкости процесса обучения. Благодаря этому ему удалось собрать коллектив профессионалов высочайшего уровня, каждый из которых подходит к своему делу с душой и с полной ответственностью. Наша автошкола является основателем вообще подготовки водителей в нашем городе. Она основана была в 1956 году. Соответственно, и накопился большой опыт работы. Наши специалисты, которые занимаются сейчас с учениками, это как теоретики, так и практики, инструктора, имеют богатый опыт работы. Еще следует, что они могут как найти общий язык с учениками, так же и сразу подобрать индивидуально каждому подход, чтобы человек понимал,
что от него хотят и как надо научиться ездить на машине. Мастер производственного обучения Владимир Кукушкин уверен, абсолютно каждый человек способен управлять автомобилем. Самое главное – помочь ученику преодолеть страх и волнение. Поэтому каждому своему студенту Владимир ищет подход, разрабатывая индивидуальный план обучения. Стараюсь расположить курсанта к управлению автомобилем, стараюсь расположить к дорожной обстановке, подружиться с курсантом так, чтобы обучающийся чувствовал себя уверенно за рулем, чтобы у курсанта пропали все страхи. Учитывая бешеный темп современной жизни, важно, чтобы график занятий был максимально удобным для каждого студента. И благодаря имеющейся технической базе автошкола ДСААФ может это предложить. На огромном автодроме могут заниматься сразу несколько учащихся. И это, безусловно, помогает составить достаточно гибкое расписание. Наша автошкола имеет самый большой автодром в городе, что позволяет заниматься одновременно нескольким ученикам на различных категории на разном транспорте. Также наша автошкола имеет вот в здании, в котором мы находимся, оборудованные классы, компьютерные классы и класс по медицине. И также мы снимаем арендованные помещения, это на Курчатова, там также компьютерные классы и класс ПДТ. Практику студенты могут проходить на выбор как на отечественных автомобилях, так и на иномарках. Еще одно преимущество автошколы ДСААФ в том, что здесь учат не только управлению легковыми автомобилями. Сразу несколько категорий представлены на выбор курсантам. Мы обучаем на категорию А и А1, это категория мотоциклов всех марок. Категория Б – это легковые автомобили всех марок. Категория С – это грузовые автомобили всех марок. Категория CE – это прицеп к грузовым автомобилям тоже всех марок. Из этого следует, что это все высшие категории, и из этого следует, что если человек прошел у нас обучение, он может сесть абсолютно в любой автомобиль, и неважно, какой марки это автомобили, наши, не наши, автомат, не автомат и так далее, и будет легко с ним справляться. Внимание к каждому этапу, как к теоретическому, так и к практическому. Команда профессионалов с многолетним опытом работы и индивидуальный подход к студентам. Все это гарантии высокой эффективности обучения в школе ДСААФ. Вы можете быть уверены, отучившись здесь, вы с легкостью пополните ряды автолюбителей. Автошкола ДСААФ, рабочий переулок, дом 6. Телефоны 649-49 и 32-200. Лето – время солнечных фотографий. Чтобы ваши социальные сети пестрили вашими идеальными селфи, позаботьтесь о своей улыбке. Как довести ее до совершенства и сохранить на долгие годы, мы узнали у опытных специалистов. Роман Парфенцев – стоматолог-имплантолог клиники «Люкс», врач с многолетним стажем. Благодаря его трудам сегодня сотни человек могут смело улыбаться, поражая окружающих красотой своих зубов. Благодаря накопленному опыту, правильно подобранной системе имплантации и идеально организованному процессу, Роман Александрович может гарантировать высокое качество своей работы. Все зависит от точности выполнения технологических этапов установки имплантанта. Именно, без лишней скромности, мой уже 15-летний опыт по работе с имплантантами и позволяет достичь результатов. Пациенты приходят в «Люкс» за идеальными улыбками, и они их получают. Огромное преимущество клиники – использование при диагностике компьютерной 3D-томографии. Такое сканирование значительно отличается от обычной рентгенограммы, позволяет максимально точно поставить диагноз и подобрать адекватное лечение. В вопросах имплантации – это важнейшая составляющая успеха, которая и приводит к высоким результатам. Статистический анализ приживляемости имплантантов показывает результаты, которые, превосходят то, что мне приходилось читать в источниках, в том числе и зарубежных. У нас на настоящий момент показатель приживляемости имплантантов составляет 99,2%. Причем, по словам Романа Парфенцева, сегодня красивая улыбка – это не привилегия, и имплантация возможна практически для любого пациента. Нет одного или сразу ряда зубов. Имплантация запланирована сразу после удаления, или зубы отсутствуют уже годы. Любую из этих проблем в клинике «Люкс» стараются решить, найдя подход к каждому клиенту. Объем жестких противопоказаний, которые делают имплантацию невозможной, он минимален. То есть даже у людей с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с эндокринными заболеваниями, соответствующая коррекция основного заболевания, работа со смежными специалистами, с кардиологами, с эндокринологами, с терапевтами, с невропатологами, зачастую делает операцию имплантации
возможен. И самое главное, благодаря современным средствам анестезии и организации операции имплантации на самом высоком уровне, эта процедура стала максимально комфортной и, по отзывам клиентов, переносится даже легче, чем удаление зуба. Так что, если вы по каким-то причинам откладывали поход к имплантологу, ваше время для идеальных зубов пришло, и, придя в клинику «Люкс», вы можете быть абсолютно уверены, вам подберут индивидуальное и оптимальное лечение, результатом которого вы останетесь довольны. Нашим пациентам не нужны имплантанты. Нашим пациентам нужна возможность жевать, улыбаться. И они этого должны достигнуть за адекватное время, адекватные деньги и, скажем так, минимальными страданиями. Клиника «Люкс» – это комплексный подход к лечению зубов. Здесь работают все необходимые отделения, начиная с терапевтического и заканчивая хирургическим, а также профессиональный стоматологический гигиенист. Еще одно неоспоримое преимущество клиники – лицензированное детское отделение. С 2017 года «Люкс» участвует в программе добровольного медицинского страхования сотрудников НИЭФ. Сотрудник НИЭФ, желая посетить нашу клинику, может обратиться в страховую компанию, сообщить о желании явиться к нам на лечение. В течение нескольких часов наша клиника получает направление. И в этот же день сотрудник НИЭФ может уже записаться к нам на лечение, на профгигиену или хотя бы на консультацию. И самое приятное, при высочайшем уровне качества лечения цены в стоматологии «Люкс» совсем не кусаются, оставаясь на уровне среднегородских. Кроме того, здесь предлагают ощутимые скидки на многие виды работ. Есть скидки постоянным клиентам и действует беспроцентная рассрочка платежа. Стоматология «Люкс» – секрет вашей притягательной улыбки. Улица Московская, 21, телефоны 915-92, 946-93. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!